Йоу, хулиганы, всем привет! Вы на канале... Ребята, это произошло. Два моих самых любимых видеоблогеров, а именно Китайка и Оля Кекс, сняли совместный видеоролик. Бам! И это не может не радовать, потому что меня это не может не радовать, потому что это реально меня не может не радовать, потому что это что? Правильно, вообще капец как круто. Я вообще такого не ожидал. И давайте побыстрее уже начнем смотреть этот видеоролик. И да, я как всегда мокрый, потому что что? Правильно, на улице примерно 350 тысяч градусов по Фаренгейту. Или как-то там, я не помню, я в школе учился очень плохо. Поехали смотреть видеоролик! Всем привет, это Оля Кекс. Привет, Оля Кекс, я твой большой фанат. И да, я просто обожаю, как Оля Кекс начинает свои видеоролики. Когда-то я тоже так буду делать. Эй, йоу, хулиганы, всем привет. Вы на канале Холи Бамб. Ладно, не буду позориться, давайте смотреть. И у меня для вас невероятные новости. Что за новость? Будь здорова, Оля Кекс. Чихаю как битбокс. Вы писали мне об этом в комментариях. Просили меня об этом в моем телеграм-канале. Ссылочка в описании. Я задействовала все свои связи. И сегодня у меня на канале потрясающий гость. Китайка! Китайка, привет! Привет! А я к тебе как бы по-женскому обращаюсь или надо по-мужскому обращаться? Да китайка как-то, я сам не определился. Так странно, вроде китайка, а я мальчик китайка. А вообще у меня китайка-бой, то есть все-таки мальчик. А, блин, а мои подписчики все не могут определиться. Я тоже не могу определиться, но мне без разницы, если честно. Главное, что китайка отличный человек. Оля Кекс это мальчик или девочка? Оля Кекс это... Блин, в натуре. У тебя прическа такая, как будто ты мальчик, но как бы ты девочка, а? Китайка, знаешь ли ты, чем мы с тобой сегодня займемся? Предполагаю. Будем пить змеек. Я могу принести. Да, у меня их на самом деле штук 50. А где ты их берешь вообще, эти змейки? Где их можно купить, скажи мне? Серьезно, это отличный вопрос. Где китайка в таком количестве добывает китайские змейки? Чтобы вы понимали, у меня в магазине примерно 0 китайских змеек. Вот такие вот дела. А мне бы очень хотелось попробовать китайские змейки. У меня запас. Вот сейчас я не знаю, где они продаются, у меня запас. Тут. Это Джонни. Джонни! У Китайки есть собак Джонни? О, какой Джонни. Сейчас, погоди, я свою собаку тоже принесу. Кусается, кусает. Он, видно, не очень рад китайке. Вот это. А что за порода такая у Джонни? О, смотрите, это же Джаз. Давай наши собачки познакомятся. Привет! Здорово, чуваки! Собак потрясли? Можем приступать к делу. Ну что? Собаки такие, ё-моё, когда это все закончится? Когда уже хватит, пожалуйста? Так, ребята, секундочку. Все, вытер лицо, продолжаем. Китайка, ладно, раскрываем карты. Я сегодня буду тебя учить битбоксу, потому что все, с кем я встречаюсь, по итогу становятся битбоксерами. Знаешь ли ты? Собака прыгает на китайку, это смешно. Что такое битбокс, китайка? Определения нет, не знаю. Тогда я вызываю тебя на битбокс баттл! Ну, если бы меня спросили, что такое битбоксы, то я бы ответил, потому что я зануда и сноб, я бы всегда ответил, потому что я очень умный. Короче, смотрите, ребята, битбокс — это создание музыки ртом. Надеюсь, я прав. Я начинаю! Теперь ты! Пиши в комменты, кто победил! Приступим к обучению. Подожди, а что у меня так быстро? А, у меня все это время стояло на большой скорости. Я думаю, почему Оля Кекс так быстро разговаривает? Давайте помедленнее, ребята. А то, блин, это что такое? Которые сейчас смотрят, тоже могут чему-то научиться сегодня. Поэтому разминайте свои рты и делайте вместе с нами. Начнем с разминки! Нет, это прикол, я на самом деле так никогда не делаю. Вот это прикол! Первый звук от... Оля Кекс пранканула китайку, ё-моё! Который мы с тобой выучим, называется... БОЧКА! Это мой любимый звук. Нужно просто крепко сжать губы китайкой и сказать букву П. Шепотом. Yes! Видишь, как просто? Учить битбокс очень просто. Особенно, если вы учитесь этому у Оли Кекс. Кстати, у Оли Кекс есть школа битбокса.
Ссылочка на школу в описании. Переходите к Оле Кекс, записывайтесь на ее онлайн обучение. Вы сможете с ней как минимум пообщаться, а это, по-моему, очень здорово. Следующий звук — это тарелки. Просто скажи букву «С». Yes! Огонь! Слушайте, китайка прирожденный битбоксер, все отлично получается. Ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц. И рождается новая звезда битбокса! Я родился! ППЦ! 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 Бочка, бочка! Какие танцы? Это битбокс! Насколько китайка из 10 у китайки получилось сделать этот бит? Ну, примерно на 3000 битов из 3000 возможных. Пишите в комменты. Следующий звук, который мы с тобой возьмем, называется клэп. Это сложный звук. Как это делать? Мы говорим слово хлеб в себя. Ого. Хлеб. Мне кажется, китайка только что что-то покушал. Прямо хлеб и съел. Нифига! Собака в шоке. Она говорит, где хлеб? Я не могу понять. Как будто бы его кто-то в себя делает. Что там, на лапу ему давишь? Почему он так пищит? Ой. Я все понял. Он пить хочет. Я что-то и не догадался. Или кушать. Главное, пакет рвется с едой, а я даже вообще не обращал на это внимания. Потому что китайка делает битбоксы. И Оля Кекс, наверное, когда делает битбокс, она вообще забывает про все на свете. Потому что ей очень нравится создавать битбоксы. Я делаю бит, ты за мной повторяешь. Если повторяешь, то ты битбоксер. Голова закружилась. Ладно, я тоже попробую. Ну, вы поняли, я битбоксер, да. Да! Это лучший бит от китайки, который я слышала. Ты, китайка, из Китая, правильно? Из Китая. Есть специальный китайский битбокс. Есть какой-то специальный китайский битбокс. А с этого момента поподробнее. Мне нравится азиатская культура. Поехали. Звучит он так. Я не знаю, как он будет сейчас. Звучит херово, наверное, как-то. Китайка такая сидит. Да, очень клёво, Оля Кекс. Это максимум Китая, который я могу сделать. Надо было такое сделать. Йоу. Звук мы будем делать скретч. Тоже похож на китайский такой звук. Китайка! Первым делом, я думаю, ты с этим справишься. Нужно сказать мультяшным голосом. Ауа, 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 ауа. Идеально, реально идеально. Ауа, ауа, ауа. Как сделать скретч с именем китайка? Ки-и-та-а-и-ки-и-та-и-ка. Ка. Все вместе, подписчики и зрители тоже. Я давай, Оля Кекс, поехали. Ки-и-та-а-и-ка. Китайка! Китайка, дыши, ты задыхаешься! Китайка! Не, китайка! Китайка! У китайки помутнились глаза. Китайка, не забывай дышать, это важный момент. Оля Кекс, ты забываешь говорить об таких важных вещах, как дышать. Давай даже одну. Китайка! Китайка! Китайка, китайка, китайка. 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 Да. Китайка. Китайка. Все, это экзамен по битбоксу. Это последняя ступень развития в битбоксе. Нужно будет повторить за мной такой бит. Китайка. Е. О.
китайка. А? Китайка, е? Китайка, е? Китайка, е? Теперь ты не китайка, ты теперь кикитайка. Китайка, это мой любимый блогер. Йоу, круто! Поздравляю, ты научился битбоксить, а это значит что? Что я вызываю тебя на битбокс баттл! Я начинаю! Оля, кекс! Оля, кекс! Битбокс это, конечно, сложно, но сейчас я выпью китайскую змейку и продемонстрирую свое мастерство. Вот что делают китайские змейки с людьми китайскими. Вот так вот я умею. Ребята, реально, китайская змейка добавляет плюс 80 очков к битбоксу. Блин. Плюс 80 очков Гриффиндор. Блин, мне теперь тоже нужна китайская змейка. У меня есть вот такой вот эффект, он звучит так. Лицо китайки в шоке просто от таких эффектов. Вот это да! Ребята, подписывайтесь на китайку. Все ссылочки на нее я оставлю в описании. И обязательно напишите, кто же все-таки круче сегодня битбоксил. Я выиграл. Всем пока, ты сидишь на диване, кто-то ломает спагетти в игре про спагетти, часть вторая. Теперь в игре про спагетти стало всего в два раза больше. В игре появилось в два раза больше крутых блогеров, в два раза больше крутых питомцев. У нас даже пельмень есть. Круто, да? Yeah. Покупай крутые предметы и выбирай сам, как будет выглядеть твоя блогерская комната. Тотальная кастомизация. Теперь в нашей игре про спагетти появилась карта. Теперь ты можешь ломать спагетти не только у себя в комнате, но еще и в школе. Фу, школа, отстой. Ломай спагетти на свалке. А вот это клево. Если ты скачаешь игру про спагетти прямо здесь и сейчас, тогда ты сможешь сломать спагетти прямо здесь и сейчас. Так чего же ты ждешь? Ссылка в описании.